Приветствуем, приветствуем вас на канале в гостях у заводчика Корги. Приветствуем вас с демоном вместе, с Тимонюшкой. Ничего, если вас хвостом слегка подметут. У меня шерсть во рту. Так, ну что, мои хорошие, должна отчитаться о новых моих часиках. Часики у меня новые, часики у меня. Мои фитнес. Это, конечно, ну не фитнес-браслет, да, а часы. Но приобретались как раз с целью разобраться. А сколько ж я реально хожу? Как я живу? И к чему это все идет? Обещала показать, показываю. Сейчас я их открою. С какой стороны они открываются? А, вот они. Сейчас все покажу. Ну, конечно, кроме пользы практической, естественно, я их выбирала, как любая женщина-сорока, чтобы были красивенькие. Ну, естественно. Вы же понимаете. Такие часики. У них есть еще запасной ремешок. Оно такой, такой бежево-розоватый какой-то такой, ну, заменитель. Ну, такой, знаете, вот такой вот. Более спортивный ремешок. Ну, мне же нравится, чтобы блестело, да? Чтобы блестело. Вот такой у него. Вот такой у него. Как это называется? В общем, первая страничка, поняли? Вот. А здесь мы, значит, замеряем шаги, пройденные километры и истраченные килокалории. Перед тем, как начать пользоваться часами, ты загружаешь туда все свои данные: возраст, вес, пол, всякое разное, вот разные секретики, вот, и тебе как бы искусственный интеллект дает рекомендацию. Значит, этот искусственный интеллект мне дал рекомендацию под мои данные 8000 шагов. 8. Ну, думаю, интересно, сколько ж я хожу? Как думаете, мои хорошие, сколько? Как оказалось, я хожу в летнее время года просто в рабочем режиме. То есть просто мне вот нужно столько походить по хозяйству тут, да, по месту. Без особого напряга. То есть обычный режим дня. Что-то там легенькое приготовила, ну и моя задача полить растения, как обычно, да, ничего такого. Кто угадает? Плюс-минус, вот сейчас в летнее время года, это 4000 шагов. Вот это те шаги, которые я реально выхаживала летом. Хочу заметить, что зимой, по факту, я сильно подозреваю, что это количество было намного меньше, не просто намного, а тысячи, наверное, две. Ну, может, иногда до трех. Но все-таки в более такой тюленьи дни, подозреваю, что тысячи даже две. От двух до трех. И, конечно, из восьми нужных, понимаете, да, минимум какой-то, который нормально для здоровья, да, выхаживать от двух до трех, конечно, это не просто малоактивный образ жизни, это тюленьи образ жизни. Естественно, будет жир. Поэтому теперь я разобралась с ситуацией. И сегодня, мои хорошие, принципиально. Вы понимаете, вот раньше, до этой блядской войны, мы с Натахой, хорошее время, ну, теплое время года, да даже и зимой, гуляли по вечерам, перед сном брали собак и шли, круги наматывали по поселку. Просто к озеру сходить, прогуляться, поговорить, перед сном полезно. Но вот эта вот война, стресс, там бахает, там, понимаете, не до гуляний. И мы вообще засели. Просто засели дома. А сегодня я, значит, заканчивается день, я думаю, проверю, сколько шагов. Глянула, 4000. Думаю, где взять еще 4? Я вспомнила, позвонила Наталье, говорю, Натали, пошли ходить. И мы отправились ходить. И мы пролындали с ней весь вечер, сходили в сторону озера, обратно, такой кружок тут мотанули. И в итоге, мои хорошие, сейчас
Сейчас вам быстренько покажу. Смотрите. Видели? Видели? Вот. Кто не видел? Кто не видел? 8190. 8190. План. В общем, они гаснут быстро. План выполнен, мои хорошие. План выполнен. Так что часы хорошие. Одобрямс. Кстати, там есть такая функция. Можно подключать телефон. И все видео, все, которое вот что происходит в телефоне, озвучивается, ну, как колонка работает, поняли? Плюс сообщения, там какие-то сети можно туда подключать. В общем, всякая еще фигня. Ну, я не уверена, что я буду этим пользоваться. Мне это особо не нужно, вот такие часики. Ну, так очень симпатично смотрятся, очень даже симпатично смотрятся. Можно их, конечно, на мягкий ремешок. Ну, я пока похожу в золоте, в бриллиантах, пока. Так что сегодня я выполнила план шагов принципиально, уперлась, да, прям уперлась рогами. Что, у меня есть? У меня есть. Вот. И я молодец. К какому выводу приходим, мои хорошие? К тому, что если человек ведет спокойный, домашний, не ходит куда-то там особо там на какую-то работу далеко, образ жизни в частном доме, ну, вот как у меня, то его режим шагов недостаточный. Очень желательно какая-то прогулка, либо как бы прогулка перед сном, либо по магазинам, да, тоже можно, шопинг тоже засчитывается. Вот так вот. Ну, а кто выхаживает, конечно, на работе туда-сюда, то, я думаю, там более 10 тысяч будет, там все нормально. Но вот если кто дома, то дома выхаживать нужное количество шагов, я думаю, особо не получается. Это у меня-то, у меня же вообще-то дом, то только по дому походишь, так уже, понимаете, у меня большой участок. Я пока поливала, вот я пошла, полила все цветы, смотрю, у меня уже 1500. То есть основное движение, это когда я ухаживаю за растениями. Вот я пошла, пополивала, походила, вот все-все-все навела порядок, подмела, все, уже вот 1500 шагов. И все, а потом у меня дел никаких, кушать, приготовить, что я там по кухне, 200 шагов, демон, сейчас все упадет, 200 шагов сделала, демон тут умывается, демон умывается. У демона этот, ночной мацион, понимаете, вот так получается. Ну все, теперь у меня, знаете, какое-то вам почтальона печена. Теперь у меня велосипед есть, да? Вот теперь у меня часы есть. Теперь я буду свои 8 тысяч выхаживать. Вот. Вот, демон. Ты свидетель. Такие дела, мои хорошие. Такие дела. Так что, вот так. Мало мы ходим, мало. Ну, я, по крайней мере. Мало, очень мало. А зимой это же вообще... Я зимой от кровати до рабочего места, ну, на кухню. То есть от силы, ну не более 3. 1200, наверное, ходила. Конечно, куда это годится? Это в 4 раза меньше нормы. Я ж не ела в 4 раза меньше нормы, да? Вот вам, пожалуйста. Вывод. Надо шевелиться. Так что с почином, да. Я вернулась к вечерним прогулкам. Мы погуляли хорошо. Наталью подбила, говорю, будем ходить. Говорит, ну будем ходить. Так что опять будем ходить. Перед сном нахаживать свои километры. Вот. Авось. Постройнею. Но теперь, получается, нужно менять весь режим дня. Придется менять весь режим дня, потому что вечером у меня уже не будет времени. У меня вечерний прием. А снимать когда? Вот сейчас я снимаю, но вот, понимаете, это ж так поговорить, рассказать. То есть, исходя из этого, мне нужно будет переключаться, снимать расклады не вечером, а днем. Как раз пока жарко. А вечером уже вести прием, а после приема идти гулять перед сном. Вот это будет самый разумный режим дня. Тогда я буду все укладывать в этот режим.
мои хорошие. Вот так. Все. Меняем жизнь. Полная трансформация. Полная трансформация. Такие дела. Так, ну что? Тихой ночи. Люблю, целую. Мне еще голову мыть. Голову мыть. Увидимся. Обязательно увидимся, мои хорошие. Обязательно увидимся.